Не верится, что Один был мужем Фрей. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрей согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фрей, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалел. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. Познав магию ванов, он стремился к новым экспериментам и новым злодеям. Сюда. Пойди сюда. Любопытно. Ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Давайте к делу. Только время зря потратил. Что это значит? Слушаюсь. Эти руны означают... Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Если хочешь, я лучше соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Гном, но без кольца. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Но в смысле, я буду. Ха!
открывать. Я просто вижу, что кольца на нем нет. А. Кольца нет. Вряд ли мы найдем друга Брока живым, да? Смотри. Ладно. Еще одна карта сокровищ. Душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Самдвари. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Силен, Атрей, соберись. Ищи слабое место. Понял.
Спокойно, без резких движений. Что это значит? Слушаюсь. Руны начертаны в торопях. Написано и Гимстейни. Не знаю, что это. Синего спросим. Теперь тебе интересно. Нам обещана награда. Что вы нашли? Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Мионифракси. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться. Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь, аллегория? Что-то уже не так интересно. Эй, слышите? У меня к вам еще одна просьба. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах. Они к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разину?
Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Сюда. Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал, но как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость, даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя вошла с ним лучше, чем стоило. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фрейи, и она ушла. Один был в бешенстве, его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Посмотрите, кто прибыл. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку? На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо.
А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте. Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему так не скажу. И погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнуют печали кольца? Ой, ему не нравится. Он говорит не спускаться туда. Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. Заткни ты это кольцо. Сын. Слушаюсь. Круто! Новая карта! Ну?
Слушай, и бродяга, приготовься. Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Говорит, сундук связан с тем, что не вижу ловушек. А он вот уверен. Вон там. Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу.
Сын. Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Сын. Ладно. Так, запишу это в дневник. Молот и правда неплох. Андвари говорит спасибо. Поговорим с синим. Вот, молот твоего алхимика, а дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе, но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен. Парнишка-то мямля, а? А ничего, перерастет. Давайте к делу. Как угодно. Мимир, я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванделя. Но муж не явился ей в видениях.
Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько? Подлость, варварство, жестокость. Да, это все Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. И вот. Подумай еще. Можно причалить здесь. Сокровища разных миров. А Фафнир бывал в Альфхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Да, братец, Фафнир был очень любопытной личностью. Как-нибудь расскажу. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми.
Отец, посмотри наверх. Трей, за мной! Уже иду! Ого! Сын. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Дурацкие горшки, драугры, никаких сокровищ и точильного камня. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Кроме отравы и дурацкая статуя птицы. Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. У меня хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню, я помню. Но у меня предчувствие. Трупа! Я готов! За тобой лампа! Чувствие обмануло. Я рядом! В этот раз я был готов. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутаться. Точильного камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но, может, мы его все-таки найдем? Нет.
Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный? А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом. Подави! Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища в голове не укладывается. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Яблочко от яблони. Вы... Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел.
Что же еще? У меня к вам просьба, совсем небольшая. Помните кинжал, который вы мне дали? Кинжал из спины разбойника, которого убил родной сын? Ну да, конечно, я помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. В этих поисках нам никакого смысла. Есть смысл, если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. Знаешь историю о великане с огненным мечом? О Сурте Храбром? Конечно. Мы столько говорили о ледяных великанах. Пожалуй, теперь самое время припомнить величайшего из огненных. После того, как из Генунгагапа возник Эмир, за ним последовал Сурт. Он появился в Муспельхейме, мире огня, и принес в зарождавшийся мир тепло, создав из первозданного огня солнца. Но поговорим о его огненном мече. Сурт Храбрый выковал свой меч из огня с одной единственной целью – сжечь Асгард, когда, наконец, придет Рагнарёк. Ему суждено пасть от рук Тора и Одина, но при этом нанести удар, который обратит их мир в прах. А потом из этого праха родится новый мир. Именно этого момента великан и ждет в уединении Муспельхейма, не смыкая глаз и натачивая свой огненный клинок. Храбрый и благородный Сурт, живущий в ожидании своей гибели. Он выбрал служение великому круговороту жизни куда более важному, чем он сам. Если осознать свою цель и обрести терпение, можно не сомневаться. Однажды твой день настанет. Знаешь что? Я попозже расскажу. Почти дошли до конца истории. Ах да, Сурт Храбрый, которому назначено погибнуть в Рагнарёке. А мы будем там, когда этот день придет? Я уже насмотрелся на войны между богами. А ты, братишка, кто же знал?
Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Эй, Синди, ты знаком с Мимиром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это...